Ну, и куда мы едем? Я не люблю, когда меня держат за дурака. Или ты все-таки мне расскажешь, что тебе еще известно и зачем мы сюда приехали? Или я набираю глыбу? Считаю до трех. Раз. Два. Три. Хорошо. Слушаю. В здешнем доме престарелых высокая смертность. Что значит высокая? 90% в течение нескольких месяцев после поступления в приют. И еще, все старики в этой богадельне одинокие. То есть никто не придет права качать в случае чего. Но ведь это не отмывание криминальных денег. Тогда что? Вот это я и хочу выяснить. Почему старики, на содержание которых выделяются баснословные суммы, так быстро умирают? У тебя есть какие-то предположения? Сначала я хочу выяснить, зачем ты лезешь в это дело. Иначе я звоню Баринову. Умение эффектно блефовать – залог успеха в игре. Звони. По вине Баринова остался безнаказанным человек, который убил двух моих близких людей. Подробнее я бы не хотел. Не надо подробнее. Я тебе верю. А я тебе нет. Небольшой вопрос. Зачем американской гражданке лезть в российскую глубинку? Ты не могла бы разъяснить этот момент? Но ты же снова что-нибудь соврешь. Послушай, я тоже не могу тебе рассказать всего в подробностях, но от того, добуду ли я компромат на Баринова, зависит здоровье моей дочери. Отец Кора, мой бывший муж, он лишил меня возможности видеться с ней. У Джеймса есть основания не доверять мне, хотя я ни в чем не виновата, и жизнь, она, знаешь, такая неоднозначная. У Коры развелась тяжелейшая депрессия на фоне разлуки со мной. Сейчас я должна вновь завоевать расположение мужа, его доверие. А для этого мне нужно понять, что происходит в лаборатории Баринова. Ну, пожалуйста, послушай меня. Скажи, как я могла доверять малознакомому мне человеку, если речь идет о здоровье моего ребенка? И потом ты казался мне таким легкомысленным. Маскировочка получилась, что надо, а? Посмотри на номера. Ни одной цифры не видно. Да, ни одной. Только мы знаем, каковы они на самом деле. Да, только мы. Вот и хорошо. Хоть что-то нас теперь объединяет. Ключи? Почему? Ты еще не совсем русская женщина. Вот когда сможешь, коня на скаку или в горящую избу, ну, вот тогда ты их и получишь обратно. Ключи. Держи. Спасибо. Милости прошу на борт нашего лайнера. Работаешь штурманом, покажешь, где находится этот приют. Наверняка уже втихаря все местные карты изучила. Ну да. Можно забирать? Забирайте. Мисс Поланский, это вы обнаружили труп? Да, это давайте я увидела. Я заметила, что забирайте, дверь открыта, берем, удивилась. Давайте, подумала, что что-то тут не так, и заглянула. Мы увозим ее в морг? Да-да, хорошо. Вот спасибо. Обнаружила Анну. Мисс Поланский, вы проживаете в соседней квартире? Да. Вы хорошо знали убитую? Нет, не очень. Она живет недавно здесь. А-а-а.
А в полицейских сводках указано, что последний год она нигде не работала. Да, она мне говорила, что квартиру ей снимает ее друг. А вы не знаете, кто он? Почему же? Я видела его несколько раз и узнала. Да. Его фотографии часто появляются в газетах, в журналах, в разделе светской хроники. И кто же он? Джеймс Харпер. Джеймс Харпер? Да. Джеймс Харпер. А он часто навещал мисс Монт? Раз в неделю. А кто-нибудь еще приходил к ней? Друзья, родственники? Нет, что вы. К ней приходили только мужчины, и каждый раз разные. Дело в том, что Анна была не очень разборчива. Хотя нет, вы знаете, недавно к ней приходила одна дама. Могли бы вы ее описать? Ну, я ее не видела. Я слышала только голоса, но, судя по манере говорить, эта дама была из высшего общества. Мистер Харпер, к вам из полиции. Пусть войдут. Проходите. Инспектор Тэтчер, криминальная полиция. Простите? Тэтчер. Присаживайтесь. Я к вам по делу. И чем я могу помочь криминальной полиции? Вам знакома эта женщина? Да. Это мисс Монт. Она работала у меня секретарем какое-то время. А в чем, собственно, дело? Дело в том, что Анна Монт была убита сегодня ночью в своей квартире. Убита? Из квартиры были вынесены все ценности, предположительно попытка инсценировать ограбление. Вскрытие показало, что за несколько часов до смерти мисс Монт имела половой контакт. Что? Мистер Харпер, следствию стало известно, что квартиру для мисс Монт снимали вы. Вы что? Вы меня в чем-то подозреваете? Ну, миссис Харпер. Я разберусь. О, Джеймс, прости, ты занят. Добрый день, миссис Харпер. Добрый день. Инспектор Тэтчер, криминальная полиция. Это мисс Монт, мэм. Ее убили сегодня ночью. Уровень преступности в Лондоне просто возмутительный. Куда смотрит Скотланд-Ярд? На что идут деньги налогоплательщиков? Мы работаем, мэм. О смерти мисс Монт полиции стало известно всего пару часов назад. У нас уже есть версия. Да, интересно, какая? Да, кстати, сегодня ночью Джеймс ночевал в загородном особняке Харперов, чему свидетелями вся наша прислуга и я сама. Так какова ваша версия, инспектор? Тэтчер. А, Тэтчер, да. Это пока следственная тайна. Вы позволите? Благодарю вас. Мистер Харпер, миссис Харпер, мы вас навестим еще раз. Всего доброго. Всего доброго. Не волнуйся. Все будет хорошо. Спасибо за поддержку, мама. Я живу ради тебя. И ради Коры. Мельтерс, вы с ума сошли? Я же просил только припугнуть эту девку. С вашим опытом работы оправдываться несчастным случаем по меньшей мере стыдно. Я возвращаюсь домой, а вы решаете эту проблему. Не хватало еще, чтобы полиция из-за какой-то шлюхи беспокоила мою семью. И попридержите прессу. Мне не нужен публичный скандал. Мельтерс, я считаю, что эту работу вы не выполнили, и я вам ее не оплачиваю. А в случае проблем с полицией, я вам выставлю еще и неустойку. Учтите. Нет, Мельтерс, вы меня очень разочаровали.
мороз по коже. Может, я сам? Нет, нет, я лицо официальное. Мне обязаны открыть все двери. Так, вам чего? Я директор фонда «Росток» с инспекцией из Москвы. Пожалуйста, проезжайте. Кто это? Да, из Москвы. Директор, как? Как-то легко нас пропустили. Все нормально. Не будем терять времени. Я пойду в дом престарелых, а ты жди меня здесь. Слушаюсь, мэм. Вы куда? Скажите, где я могу найти главврача? На второй поднимайтесь. Спасибо. Немедленно возвращайтесь в палату, иначе я сделаю вам успокоительный укол. Идите, 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 идите. Извините, ну, контингент сами понимаете. У многих уже необратимые изменения личности, старческое слабоумие. А вы? Я директор фонда «Росток» из Москвы. Да, конечно, очень замечательно, хорошо, приятно. С чего начнем? Я хотела бы посмотреть все. В таком случае давайте начнем просмотр с материала. Прошу вас. Вы знаете, мы достигли вполне ощутимых успехов. Некоторые результаты эксперимента просто... Привезли. Хорошо. Сидим, ждем. Сейчас открою. Давай, завози. Что за черт? Что? Да звук снова пропал, ничего не понимаю. Может, радар здания не пробивает? Что-то тут не так. Звук пропадает каждый раз, когда труп вносят в здание. Ну и что теперь? Думаю, нет смысла слушать дальше. Опять сутки просидим без результата. Придется использовать твои контакты у русских. Куда этих? Ракости, 4-й бокс. Хорошо.
Хороший денек. Как вас зовут? Марина. А вас? Константин, очень приятно. И давно вы тут работаете? 2 года. А вы откуда? Я вас раньше не видела. Да из Москвы. Директрису привез с инспекцией. Дотошная баба. Ах, долго придется ждать. Хорошо, что есть с кем поболтать. Вот дают старички. Даже я не угонюсь. Да видели бы вы их, когда они сюда прибыли. Вот такие же вон были. Ну да. Скачут, как зайцы. Интересно, чем же вы их тут кормите? Молодильными яблочками? А этим просто повезло. А остальным не повезло? А остальным экспериментальное лечение не дает таких результатов. Много осложнений. Осложнений? Прошу. Результаты просто потрясающие. В 10% у испытуемых от стимуляции, разрабатываемым препаратом, в организме запускается механизм омоложения организма. То есть жизнь, она как бы поворачивается вспять. А что же остальные 90%? Ну, остальных 90% бывают осложнения. Организм вовсе не омолаживается, а наоборот, растит в себе злокачественную опухоль и в конце концов она его и убивает. Какой ужас. Ну, наука требует жертв, это неизбежно. И, кстати, раком поражаются разные органы, но вот об этом вам расскажут в лаборатории. Там мы как раз храним экспонаты, которые вызывают повышенный интерес. Но ведь самое главное другое. Самое главное, что в 10% мы достигли стойких результатов. Понимаете? И это далеко не предел. Скажите, а от чего возникает рак? Ну, процесс появления рака нам не до конца понятен, но исследования ведутся крайне интенсивно. И хочется сказать огромное спасибо центру за систематическую, бесперебойную поставку материала. Я передам. Но есть одно соображение. Скорее всего, эксперимент дает такой низкий процентный состав успешных опытов в связи с тем, что поставляемый материал слишком старый. Нам необходимы широкомасштабные исследования в других возрастных категориях. Вы думаете, молодые люди захотят принять участие в эксперименте? Нет, ну что значит хотят, не хотят? Это не наше дело, мы занимаемся наукой. Ну, у центра есть какие-то, я не знаю, там, резервы, ну, сироты, например. Дети? Ну, конечно, конечно. Надо убедить центр о расширении возрастного диапазона испытуемых, и все. И поверьте мне, тогда процент успешных результатов будет во 100 раз больше. Ну, поймите сами, чем организм моложе, тем у него больше возможностей к обновлению. И мы обязательно перешагнем порог 10%. А я сейчас угадаю. Такая девушка должна жить или на Садовой улице, или на Березовой? А вот и не угадали. На улице Краснокирпичной. Ничего себе название. Совсем вам не подходит. А там раньше завод был, кирпичи из красной глины делали. А. Завод развалился, а название осталось. Интересно. Я живу недалеко от развалин. Впрочем, вы украсите любое название, любую улицу, Мариночка. Даже развалины завода. Спасибо. Так, все. Константин, что с вами? А, ничего, я в порядке. Сейчас с одеяла поправлю. Так, подожди, раскрылся. Сейчас. Понимаете, в разном возрасте человеческий организм обладает разным жизненным ресурсом, а в будущем нашу технологию планируется использовать в разных возрастных категориях. Я понимаю. А я просто верю. Я правда верю, что мы находимся на пороге великого открытия, потому что такие эксперименты еще никто в мире не делал. И, следовательно, мы будем самыми первыми. И, следовательно, мы действительно можем изменить будущее. Что? Каблук, кажется, сломала. Охрана, мать вашу, опять вас на месте нет. У нас на складе есть какие-то инструменты. Нет, нет, я поменяю сапоги. У меня запасные есть в машине. Спасибо. Ну, как скажете. Хорошо, как скажете. А, вот что ж ты мне не сказал, что директор из Москвы вслед за тобой приезжает, а? Какой директор? Ну как, какой директор? У нее документы. Охрана ее пропустила. Я вообще думал тебя попросить, чтобы ты ей лабораторию показал. Где она? Она каблук сломала, сапоги меняет. Какой каблук? Куда она пошла? Туда.
скорее, сюда. Баба выбегал отсюда. Никто не выходил. Только вон мужик наверх прошел. До свидания. До свидания. Дмитрий Павлович, вон они здесь! Не закрывай, говорю! Подожди! Открывай! Все, давай, открывай! Открывай ворота, дебил! Ага, сейчас открывай! Давай быстрее! Давай! Машина тут большая, джип не проезжала. Я уже час еду, никого тут не проезжало. Твою мать. Чего? Езжай, говорю, езжай. Да, неплохая проходимость у машинки. Надо будет сказать Павлу большое спасибо. Что с тобой? Если этих ученых не остановить, они начнут убивать детей. Это же фашизм. Концлагерь. Ты о чем? 90% стариков из-за их экспериментов умирают от рака. И они хотят ставить свои опыты на детях. Все, что ты рассказала, это отвратительно. Но ты должна взять себя в руки. И постараться абстрагироваться. Иначе у нас ничего не получится. Но я не могу. Это неправильно. Правильно. Иначе мы с тобой не выживем. Мы влезли в очень неприятную историю, и случиться может всякое. Готовься. Так вот, фирма, вручившая взятку чиновнику, выдавшему разрешение на строительство элитного гостиничного комплекса на территории городского парка, принадлежит жене нашего основного конкурента по выборам, Галибину. Молодец. А поскольку у партии Галибина основной пункт в предвыборной кампании – это борьба со взятками, то такая информация – это компра, причем очень серьезная. Я думаю, что я смогу найти человека, который поклянется, что за махинациями с распределением земельных участков стоит лично Галибин. Это подорвет репутацию его партии и повысит наши ставки. Но только делать это надо накануне выборов. Хорошо, Муха, хорошо. Еще немного, я возьму тебя к себе политтехнологу. Извини, минутку. Да, Дима. Вы что там, белины объелись? Какая инспекция? Какой директор? Ее никто туда не посылал. Идиоты. Ну так вот, если эту информацию опубликовать в интернет-изданиях накануне выборов... Пошла вон. Вон пошла! Стой! Назад! Сидеть, Серпер, сидеть. Молодец. Пойди скажи Артуру, чтобы он кинул тебе денег. Заработаю за моральный ущерб. Теперь пошла. Дима. Сделаем так. Если почувствуешь что-нибудь неладное, лавочку полностью сворачивай. И эту американскую сучку обязательно найти.
Ник, помоги-ка. Быстро вы. Звук опять пропал. Ага, да. У меня тоже проблемы. Один декодер совсем не пашет, другой под сомнением. А в чем дело? Долго думает. Может зависнуть в самый ответственный момент. Поставщик-то вроде надежный. У тебя все надежные. На славах. Слушай, Кэт, а может хватит, а? Что? Правда глаза колет? Кэт, прекрати. Какого черта? Он всех нас подставляет, а я молчать должна? Хотя пора уже привыкнуть, что Ник спец по подставам. Заткнись! Сам заткнись! Сколько тебе русские заплатили, что ты нас всех тут положишь? Ах ты, тварь! Ник, ты прекрати! Знаешь, что сделать? Заткнитесь оба! Я тебе не верю! С таблеток слезь, дура! Тварь! Да пошла она! Успокойся! Возьми себя в руки! Сколько можно? Сколько можно уже? Мы почти у цели. Сейчас не время для истерик. Погорячилась. Что-то со мной не то сегодня. Простите. Это точно. Приношу свои извинения. Ладно, проехали. Что говорите? Звук пропал? Да. Как будто бы в похоронном бюро стены бронированные. Да вряд ли. Глупо бронировать стены целого здания. Проще спрятать лабораторию под землей. Лифт, который ведет в подвал. Точно. И когда тело вносят в лифт, звук пропадает. Надо эту коробочку вскрывать. Ник. Как твой агент? Идет на контакт? Задействуй его. Мне надо попасть внутрь, посмотреть, что там и как. А вы на прикрытии. И смотрите, не передеритесь, пока я своей шкурой рисковать буду. Это ясно? Ясно. Угу. Номерочек принять. А то, знаете, уезжают, а у кровати потом ножки наперекосяк. Или полки в шкафу сломают. Или дверцу у тумбочки оторвут. Стаканы переколотят. Или еще что похуже. Все в порядке, езжайте с Богом. Спасибо. Претензий у вас никаких? Нет, нет, все в порядке, спасибо. Все. То есть вам все понравилось? Да. Возьмите, спасибо. И вам не хворать. Я дурак, прощай, его и забыл. Не сообразил, извини. Пойдем. Погоди. Они уже тут. Что делать? Американка в каком номере? Что? Американка в каком номере? Уже ни в каком. Чё за хрень? Съезжает. Ты курица, мозг не парь. Где она сейчас?
В 25-м. Собирается. Так бы сразу и сказала. Да она сейчас выйдет. Давай, смели, не бойся. Смотрите, 25 квадратов. Большая комната, ламинат на полу, обои тканевые. Миленько, ты что, предлагаешь вернуться в этот клоповник, который мы только что смотрели? Я разве что-то сказала? Да вы хоть весь город обегите, лучше не найдете. Вот, обратите внимание. Ну что? Это мой муж. Привез из Румынии. Что мы только на ней не вытворяли. Все выдержала. Горячая вода есть? А как же? А как же? Даже полотенчики. А в туалете у меня беда. Все, я остаюсь. У меня больше нет сил. Все, мы берем. Сколько? 1000 за сутки. И на всякий случай. За сутки вперед. Я верну. Если вам не понравится, я верну. Я на 3-м этаже. Если что. Давай, заезжай! Запали! Все! Погружается! Пошли, быстро, быстро! Так, надо начать со второго этажа. Так, вы первый этаж чистите, а вы второй. С онкологическими экземплярами как можно аккуратнее. Понятно? Вот с них и начнем. Быстро, быстро, быстро! Прям сразу на второй этаж. Думаю, что в приют мы пробьемся ночью. Как? Я знаю, как. Ты видел в кабинете главврача компьютер? Да. С него и начнем. Скопируем базу данных и спокойно домой. Пожалуйста, госпожа Сеймур. До ночи нам нужно успеть хорошенько отдохнуть, а то свалимся, так и не завершив подвига. Детский сад. А вот это я самый первый приобрел в антикварном на Арбате. 200 зелени отдал, между прочим. Тогда это были большие деньги. У одного барыги позаимствовал. Я тогда не знал, кто такой этот Александров. Я тебе 1000 раз рассказывал, но ты слушай, слушай, псина. А это моя любимая. Я приобрел ее после одного дела. Она даже запачкалась. В процессе пришлось немножко отмывать. Да-да. О! А вот это мне Гришка Резаный
подогнал знак вечной дружбы. Хороший мужик был, с понятиями, земля ему пухом. Времена такие были. Или ты, или тебя. А я всегда первым оказывался. Поэтому и живу до сих пор. И неплохо, между прочим, живу. Это что за критика? Ты, между прочим, тоже не голодаешь. Ну, а дальше все было цивильно, все было комфортно, достойно и выгодно. Если бы не Ленка. Папа гораздо лучше. Очень тебе благодарен за портрет мамы, который ты прислал. Мама там очень красивая. Я ее такой первый раз и увидел. Ты очень похож на нее, сынок. Володарский говорит, что все как обычно. Я не знаю, спасибо, ничего не надо. Я не пренебрегаю, правда. Мне просто ничего не хочется. Спокойной ночи, сын. Ну что, друг? Пойдем по последней. Ну, пошли. Пошли. Добрый вечер. Здравствуйте. Я друг Анны Монт, девушки, которая жила напротив. Я могу с вами поговорить? Конечно. Я вас долго не задержу. Скажите, вы случайно не видели человека, который вчера был у нее? Нет, не видела. Но, может, слышали что-нибудь? Не слышала. Скажите, а... вы не можете вспомнить, кто бывал у нее в последнее время? Вы знаете, мы с Анной почти не встречались, а я не любопытна. Ну, может быть, поэтому я ничего не заметила. Спасибо. Благодарю вас. До свидания. Превосходно справились, мисс Полански. Я благодарю вас. Не стоит благодарности. Ну что вы, не надо. Ну что, по самый последний, за Антона, чтобы он обязательно выздоровел. Я этого добьюсь любыми способами. Тех, кого мы любим, мы должны сделать счастливыми.
Ты меня понимаешь? Только один ты меня и понимаешь. Посмотри, милая, вот и папа. Здравствуй, моя хорошая. Здравствуй, Женя. Как хорошо. Вся семья в сборе. И никто нам больше не нужен. Никто-никто, правда? Ешь, малышка. Ешь, бабушка шутит. До свидания, моя девочка. До встречи. Пока-пока. Кура начала есть, это радует. Да. Что-то не так? Что случилось? Знаешь, мама, меня все время тревожит одна мысль. Анну убили, а я никак не могу понять, кому это было нужно. А зачем тебе это понимать? Ее убийство расследует полиция. Все равно чувствую свою вину перед ней. И мне кажется, что следствие ведется недобросовестно. Джеймс, дорогой, нельзя так переживать из-за какой-то случайной женщины. Она вела совершенно скандальный образ жизни. Ее конец закономерен. И все-таки. Ну хорошо, если тебя волнует следствие, я подключу Мельдерса. Но ты должен помнить, что имя Харперов не должно упоминаться в связи. Да, конечно. Подключай Мельдерса. Ты, как всегда, права, мама. Я рада, что ты понимаешь это, дорогой. Уже 40 минут прошло, а Лена все нет. Чего молчишь ты? Надо что-то делать. Дэн сказал ждать. Ждать? И ничего не предпринимать? Ха, ну да. Ты же у нас в этом профессионал. Тебе главное, чтобы твоя шкура была цела. А надо на тебя наплевать. Или ты хочешь сказать, что ты лучше меня знаешь, что делать? Замолчи, иначе нас просто засекут. Антон, ну что там? Да все нормально. Пронесло. Ой, твою мать, приехал, иди. Ну, с Эмертом мы это быстро нашли в гостинице. Но она, падла, почуяла что-то и смылась. И вы клювом все прощелкали, так что ли? Не ожидали такой прыти в бабе? Она со второго этажа сиганула. Ищем, носом землю роем, найдем. Плохо ищете, значит, долго. Кто с ней был, установили? С американкой в гостинице был зарегистрирован Константин Суворин. Вот он что. А ты крыса. Значит так, слушай меня внимательно. Чтобы эти двое были найдены, чтобы из-под земли мне их достали. Понятно? Понятно. В течение суток. Так, номера машины пробили, на которые они носились? Или мне тебя еще и этому учить надо? Да Паджеро мы давно уже нашли. Зарегистрирован на Павла Удальцова, жителя Подмосковья. Ну так и ищите Удальцова. Ищите. Да найдем, найдем. Он должен быть где-то здесь. Давай, давай, дуй отсюда. Что там? Все серьезно, уходим. Они усилили охрану и установили новую систему защиты. Твою мать. Если мы взломаем их электронику, они нас сразу вычислят. И что делать? Предлагаю действовать нагло и банально. Сольемся с аборигенами, раздобудем форму их персонала. Карту помещения и коды я снял. Все, поехали. Давай руку.
Тихо очень. Слышишь что-нибудь? Нет. Пойдем. А где они все? Меняем план действий.